Советского информбюро. 24 февраля на Земландском полуострове северо-западнее Кёнигсберга наши войска отбивали атаки пехоты и танков противника. Юго-западнее Кёнигсберга наши войска вели бои по уничтожению восточно-прусской группировки противника. В районе Бреслау наши войска, продолжая бои по уничтожению окруженной в городе группировки противника, овладели пригородом Альташин и заняли 15 кварталов в южной части города. На северном берегу Дуная, восточнее Гомарна, наши войска отбивали атаки крупных сил пехоты и танков противника. На других участках фронта поиски разведчиков и в ряде пунктов бои местного значения. За 24 февраля на всех фронтах подбито 139 немецких танков, в воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 8 самолетов противника.